почистили опять бревна. Можешь сказать что-нибудь? Вот так вот. Чтобы ты был счастлив и здоров. Спасибо. И жене, и спасибо. Хорошо. Спасибо. Хамани. Аналогично. Здоровье. За рыбкой подойдем. Так точно. Доброго здоровья. Здравствуйте. Ну что, прогуляли? Да, идем. Ну, мы уже винтанули сейчас последний круг и домой. Там это очень футбол. Хорошо. А, мы что же футбол посмотрим, да? Главное, что там надо показывает? Посмотреть. Что там они будут делать, да? Да-да. Ну ладно. Да? Я бы тебе рассказал про рыжую кишку. Да? Ну ты еще маленький. Или маленькая, да? Девочка. Давай. Ну что, Нюн, пошли. Пока, Маша, пока. Пока. Али бардуча. Аруча. О, ты уже заранее все перекладываешь, да? Да, ну да. Лен, да ты сказал бы, что тебе сибель нужен, нужна валюта. Да мне этого хватит. Все, что поймали, то и поймали. Там рыбки. Все, спасибо. Что это еще похоже? Подожди. Нет, так. А ты где служил? Погоди. Погоди служил, да? Так точно. Ясно, понятно. Ну, ты ловко воин его знает. Ну и так улетает. Хорошо, так что буду. А ты когда вообще? Чего? Бываешь. Да я так вот вечером и бываю. Вечерком? Угу. Ну я завтра после 12, после работы. Угу. А где работаешь? В Ариксе. У Ларисы Валентиновны. Мочалкина знаешь, Сергей Александрович. А кем работаешь? Разные работы. Бассейн мой. Хорошо. Подметаю. Хорошо, хорошо. Я подскакиваю, все это самое. Ну если что, добро. Добро. Хамали едят.